Итак, дорогие дамы и господа, всех вас приветствую. Да, это второй выпуск «Сталка в поисках хабара». И сразу небольшой спойлер, мы найдем сегодня таки хабар. Ну, возможно, хороший, возможно, нет, это вы сами увидите. Ну что ж, в общем-то, предлагаю прям не задерживаться, да, а сразу, как говорится, в бой. Погнали. Ну что, дорогие друзья, классика жанра. Вход со двора. Очередной домик. Идем. Фонарь включил, дрова, все эти доски поваленные. Так, какой-то маленький вход. А, ну понятно, местный биотуалет опять же. Так, ну мы продвигаемся вглубь дома потихоньку. Так, тут у нас что? Тут какой-то хлам. Просто как бы наличие хотя бы одной монеты где-то, это значит, что явно сталкеры здесь не побывали. И копатели тоже. Но пока нет, пока ничего, лишь какой-то хлам. Так, это вход в дом, судя по всему, да. Давай посмотрим. Блин, он каменный, смотри. Угу. Я просто пролез через крапиву опять эту гребаную. Не видел, что он каменный. А он за двором-то, за деревянным, да. Ну, может быть. Так, здесь тряпье всякое. Тряпочки. Блин, скамеечки, смотрите, как крутые стоят. Прикольно. Вот, ребят, на чем воду носили люди раньше. Смотрите. Вообще мешок лютый. 2 метра, наверное. Ну... Не, ну видать, что да, здесь уже поорудовали. Это прям чувствуется. Ну, я сомневаюсь, конечно, что здесь что-то ценное есть. Но я всегда сомневаюсь, знаете. Как бы. Так, ну карманы, да, здесь вряд ли. Кучу книг. Такие книги, конечно, перелистывать на наличие денег это очень долго. Очки, смотрите, какие крутые очки. Офигеть. Антуражненько. Вот это можно это в качестве хабара на память. Блин, я пока положу их вот тут. Если не забуду. Блин, такой прикольный сундучок маленький. Ну, видите, он уже открытый. То есть даже те, кто здесь уже швырялся, не удосужились даже закрыть его. Погоди-ка. Что это у нас там? Вот это вот меня интересует. Профсоюзный билет. Прикольно. Блин, может ценится? Не знаю, ребят, ценится профсоюзный билет. Ну, возьмем. Я как бы военный билет уже находил. Вот теперь будет еще и профсоюзный. Это какие-то рентгены. Да. И все. И одежда, одежда, бесконечная одежда. Ну ладно, это всего лишь терраска была. Самое интересное, я так понимаю, будет в доме. Так, здесь что? Здесь обувь. Одежда и обувь, ребят. И куча книг. Как говорится, на вкус и цвет. Сверточек какой-то. А там, наверное, пачечка 5000-ных купюр. Нет, там просто газета. Книги это да, это тут прям вообще. Давайте сходим в дом. Блин, тут с печкой все плохо, смотрите. Она скоро грохнется. А, тут смотри, тут пол, ё-моё, блин. Она падает, печка внутрь. Она падает, короче, в этот, в подпол. Ё-моё, я сейчас могу вместе с ней туда уйти. А вы видели, какие в этих домах подполы? Вон, смотри, как стол наклонился. Охренеть! В следующую весну, когда земля будет гулять, она точно грохнется. Ё-моё, здесь вообще опасно находиться. Я понимаю, почему отсюда свалили люди. Как бы они поняли, что тут бесполезно уже что-то делать, надо валить. Дом и каменный, хороший, стены вроде стоят, но... С полом проблемы. Светлая комнатка хорошая.
тоже можно в качестве локации использовать, и на съемках будет. Вон какие-то баночки. Вазелин душистый. Отлично. То, что, блин, не хватало мне, конечно. Не, на самом деле нафиг не надо. Разбомбленный в щи телевизор. Тоже нафиг не надо. Ну, вот такие дела тут. Домино, ребята. Доминошки, это поглядите. Такие крутые. Блин, а увесистая такая доминошечка. Я не знаю, ну, мне кажется, домино ничего тут ценности не представляет. Поэтому я его оставлю. Кучу разнообразных книг. То есть явно сидел какой-то любитель почитать, тут жил ранее. Наверное, профсоюзный, да? И кучу шматины всякой. О, сумочка. А, в сумочке тоже что-то есть. Профсоюзный билет. Мне кажется, здесь работал какой-то директор профсоюза. Жил, точнее. Кучу всего было когда-то. Ай-яй-яй, смотри. Смотри, смотри, смотри. Да ты офигел. 1809. Серьезно? Я нашел имперскую книжечку. Как помочь нашему общерусскому горю. Да, с твердым знаком на конце, смотри. Ну, бумага свежая, как бы. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин, ребят. Можно бы как будто бы представить, что это, ну, как бы современный, только напечатан таким языком. Но, видите, написано «Москва, 1891». То есть это что, реально с тех времен? Книжоночка. Вот это офигеть. Я ее возьму, естественно. Вот это из нее, пожалуй, тоже. А, нет, это уже из другой. Блин, интересно. Я сейчас посмотрю вот эту всю бумагу на наличие таких же стареньких. И все. Если что, мы будем покидать это место. А вот там природа. Да. Помните, вот на это самое место я положил очки. Вот эти, которые показал. Профсоюзный билет. Думаю, все, беру. Тут валялись вот так вот тряпочки, газета вот эта. Ну-ка, дай-ка я уберу. Раз, что-то какая-то это, тряпочка. А, фигня, просто тяжелая, намокла. Раз, убираю так, типа ничего. Потом такой-такой, смотрю вот сюда. Вы это видите? Вы это просто, блин, видите? Заныканная. Целая куча монет. Но это, походу, только 10-копеечные. Да. И 86-й год. Ну, короче, ничего ценного, но, блин, сам факт, вы посмотрите. Это же просто офигеть, сколько. А, 83-й даже есть. 82-й. 71-й даже вообще. Погоди, их надо посмотреть здесь. Может, реально еще постарее есть какие-нибудь. Но это только 10-копеечные, короче. Но целый клондайк просто 10-копеечных монет. Вы посмотрите. Офигенно. Купе с этой старинной книжечкой имперской. Столько монет, это уже интереснее. Ну, в общем, ребят, на радостях думаю, дай-ка пойду еще проверю весь дом этот. Может быть, найду еще таких монеток. Вот набрал целую баночку, вот это не помещается. Вот надо куда-то вот это еще деть. И нашел еще вот такие какие-то штуки.
прям в пакетиках упакованные, блин, они пластичные, гнутся такие. Вот смотрите, что это такое? Кто-нибудь знает из вас? Я вообще не в курсе. Годен. Я вообще не знаю, блин. Ну, никак не могу прямо уйти из этого дома, да? Не получается. Вот, ребят, еще такая вот штука, смотрите. Я не знаю, ступа это называется или как-то. Ну, короче, деревянная хреновина такая. И, видать, Баба-Яга в ней когда-то готовила. Я ее хрен знает, смотрите. Офигенно, да? Вот любителям старины прям вот это вот само то. Но мне она как бы куда? Вот просто никак, ребят, не получается уехать из этого дома. Не отпускает. Смотрите, телевизор, не знаю, какой-то он, ну, блин, ну, старый, да, ну, фиг знает, может. Где у него марка? Весна. Может, кто-нибудь знает, крутая ли эта марка была или что. Но это не важно, на самом деле. Важно вот что, смотрите. Смотрите, какой я нашел iPod. Вы поглядите. Вы, блин, только поглядите. Вы поняли, да? Вы вообще поняли, в чем дело? Виниловые пластинки. Это ж просто офигеть. Здесь все работает. Ну, в смысле это. Не разбомблено. Палочка какая-то. Блин, мне кажется, она реально рабочая, эта штука. Как называется? Вот, смотрите. Если кто-то в курсе, сколько все это вообще ценно сейчас это ли, ценно ли, то пишите. Я вообще не знаю насчет этих вот тем. Ну, в общем, все, ребят, выхожу. Оказывается, здесь и человеческий вход был. И, в принципе, не заперт, ничего. Можно было и через крапиву не переться, через все это. Вот. Ну, просто смотрите, видите, он обшит деревом этот дом. И сразу не скажешь, что он каменный. А на самом деле, хопа, и он каменный. Ну, что, дорогие друзья, в общем-то, все. Подходит наш очередной стал к концу. Я вас благодарю за просмотр. Также ждите следующего видео, возможно, оно будет. И до встречи, как обычно, в следующем видео. Всем пока!